Иногда так порой бывает, что идя на свидание, мы забыли побриться. Как быть? Имеющий одноразовый станок, телефон, горячую воду, холодную, мыло. Мы намыливаем физиономию свою. Телефон нам позволяет видеть этот процесс очень хорошо. У меня довольно мягкая щетина, поэтому у меня бритье осуществляется довольно легко. А вот это вот темный оттенок, это связано с тем, что балуемся никотином, создается, соответственно, такой интересный налет. Промываем и процесс идет дальше. Я поставлю на паузу. Теперь я стал красивый, молодой, а настроение у меня всегда хорошее. И вам того же желаю. Возможно, вам это пригодится. И ваша девушка не получит раздражения от вашей щетины. А это очень важно. Ибо слабую половину надо не только любить, а и ценить. И иногда делать подарки. Кстати, Новый год на носу, Рождество на носу. Поэтому подарки надо делать заблаговременно. Спасибо. Бом-бом.